была семья. Папа с мамой и дочка. Однажды девочка пришла из школы домой и увидела, что вся квартира Неужели в этом? Ну да, в кровавых следах. Ой. Родители в это время были на работе. Девочка испугалась и убежала. Вечером вернулись родители, увидели следы и решили вызвать милицию. Милиционеры спрятались в этот туалет? Да нет, в шкаф. А девочка села в туалет. Да нет, учить уроки. Бедная. И вдруг появились полосатые ноги. Они подошли к девочке и невидимыми руками стали душить ее. Ноги руками? Ну, конечно. А чем же еще? Милиционеры выскочили из шкафа. Ноги побежали. Милиционеры бросились за ними. Правильно. Ноги прибежали на кладбище и прыгнули в одну из могил. А милиционеры? Ну а что милиционеры? Милиционеры следом. В могиле был не гроб, а туалет. Да подожди ты с туалетом. А подземное помещение со множеством комнат и коридоров. Кошмар. В одной из комнат оказались глаза, волосы и уши детей. Бедные. Милиционеры побежали дальше. В конце коридора в темной комнате сидел старик. В туалете, что ли? Да подожди ты с туалетом. Увидев их, он вскочил, нажал на кнопку и исчез. Милиционеры тоже стали нажимать на кнопку и по одному оказались на пустыре. Вдалеке они увидели ноги и побежали за ними. Правильно. Ну что, поймали. Ой, молодцы. Это оказались ноги того старика. Того старика ноги? Фу, какая гадость. Выяснилось, что он убивал детей и делал лекарства от неизлечимых болезней, а потом продавал за большие деньги. Где это он продавал? Где? В женском туалете на Невском. О, точно, я сама видела это. Ой, кошмар какой-то. Ну так вот, дорогие мои. Ну что дальше? Да что? Дальше, что дальше? А дальше все. Расстреляли его. Страшно. Страшно. Ага. Эй!